Всех приветствую на моем канале. Сегодня речь пойдет о радиоприемниках. Пришла вот долгожданная посылочка, заказывал приемник себе. Значит, пользовался я вот таким вот приемником. Атланфа АТ-819 модель. В общем, перетерпел он кучу переделок всяких, и так я не добился, в общем, от него нормального звучание, шипит, трещит, репит, в общем, плохо очень ловит. Потому как нахожусь я от радиостанции примерно в 100-120 километрах. Принимает он очень плохо. И вот на просторах интернета поискал, полазил, что люди вообще пишут о приемниках. И, в общем, остановился вот на этой модели. Очень много отзывов хороших. Потому его и заказал. Я здесь часто работаю за столом, и чтобы не было так скучно, хочется, чтобы что-то играло, бубнело, в общем, рядом. Давайте его сейчас откроем, проверим, посмотрим, насколько он хорош, так ли это. Так, ага. Оценили его в $5, но на самом деле он стоит 17,67, по-моему, $17.67, кажется, если я не ошибаюсь, это его цена. Это всеволновый приемник. Вот такой вот маленький малыш. Тив Диво V115 модель. Вот такой вот он упаковочки идет. Немножко помято. Ну ничего, я надеюсь, приемник целый внутри. Давайте его откроем, пробежимся быстренько по его комплектации. Значит, в комплекте идет такой USB-шнур для зарядки аккумулятора. Это обычный USB-шнур. Так, инструкция на английском языке. Ну, в принципе, эта инструкция тут, в принципе, и так все интуитивно понятно. Как бы. Ну и сам приемничек. Так идет в пупырке. Вот он так выглядит. О. Да, довольно выглядит хорошо. Приятный на ощупь. Не трещит, ничего не скрипит. Кнопки четко нажимаются. Да, вот такая вот есть веревочка. И вот пластмасочка. Это, по-видимому, подставка, скорее всего. Да, так он вставляется и ставится. Так, в общем, этот приемник. В нем есть MP3 плеер. Диктофон есть. Может писать эфир, записывать с радиостанции песни сразу на TF-карточку. Вот сбоку здесь есть разъемы. Под наушники, линейный вход. TF-карточка вставляется и microUSB зарядка аккумулятора. Имеет два динамика. Один спереди, вот, видимо, средние и высокие качает. И также сзади имеет. У сайта на продавца написано, что бас качает. Вот написано мегабас. Ну, люди, которые покупали, оставляли отзывы, то говорят, и правда, чувствуется бас. Небольшой, конечно, но есть он. Звук приятный, как бы. Довольно громко играет. Так, это всеволновый приемник, как я уже говорил. Он FM, AM и SV принимает. Так, также с ним в комплекте идет аккумулятор. Должен быть здесь аккумулятор. Так, да, вот он лежит. Вот такой аккумулятор. BL5C, 1000 мА, 3,7 вольта. Так, давайте его вставим. Проверим, рабочий он или нет, пришел. Так, прежде чем включать, давайте я возьму штангенциркуль и покажу его размеры. Давайте замеряем размеры. Взяла штангенциркуль.
Так, значит, длина его получается 120 миллиметров, высота 79,3 и ширина его составляет 23 миллиметра. Вот, 23 миллиметра. Так, сама антенна, какие она имеет размеры? Сейчас я возьму рулетку, замеряю рулеткой. Так, вот основание и до. Получается 38,5 сантиметров длина антенны. Ну, не очень длинная. Ну, в принципе, для такого маленького приемника это нормальная длина антенны. Так, давайте его наконец-то включим. Проверим, рабочий ли он вообще. Вот, включилось приветствие. Зашипел, по-видимому, рабочий. Значит, я в нем включилась сразу на FM. Батарею показывает полную. Значит, я в нем еще толком не разбирался, что в нем здесь находится, где автонастройка. Я, короче, буду вводить с этих клавиш вручную станцию. Просто если знаешь конкретно станцию, можно вводить отсюда с этих клавиш. Давайте попробуем. Я одну какую-то наберу. 91 и 1, к примеру. Ну да, он ловит, работает. Сейчас громкость попробую на всю включить. Да, кричит громко. Правда, басы у него есть, чувствуется, дребезжание. Да, играет неплохо. Конечно, для такого малыша звук очень громкий. Не ожидал, конечно, такого звука громкого от него. Это хорошо. Его даже не только в квартире, его даже и на улице. В шумных каких-то условиях, в общем, его вполне хватит, этого звука. Так. Давайте попробуем на СВ что-нибудь настроить. Так, попробуем. 15 360. Что-то поймал. Ну, еще одну станцию. 17 490. О, и здесь кто-то берет. Так, ну, в общем, понятно. В общем, я хочу его взять на природу куда-то, где-то в полевых условиях, проверить его, как он будет себя там вести. В квартире вроде бы ловит, громкости достаточно, на улице тоже будет хорошо его слышно. Ну, в общем, выйду на природу, сниму видео, покажу подробнее, как он принимает, звучит и так далее. Так, ну вот, как и обещал, выехал в трущобы, нахожусь в самых реальных полевых условиях. Вот нахожусь возле поля с подсолнухами. Как видно, глухомань, кусты, бурьяны, деревья и подсолнухи. Больше ничего здесь нет. И вот сам приемничек положил на сиденье велосипеда. Будем его испытывать. Давайте включим.
Извините за такую съемку, потому как в этих условиях по-другому не снимешь. Я немножко в нем разобрался. Сейчас я нажму автосканирование. Начнем с FM. Сейчас он просканирует диапазон. Какие станции найдет, будем их по очереди переключать, слушать. Уже 4 станции нашел. Сейчас посмотрим, сколько он всего здесь станций найдет. Дома я самое больше 10 настраивал. Получается 15 станций, давайте сделаем. Ну это туманный. Следующее. Играет довольно неплохо. В принципе, меня устраивает. Как провести выходные? Проведите выходные. Сегодня немного ветер есть. Может будет плохой съемка. Звук там. Ну что, и вот 15-я последняя станция. Давайте теперь АМ диапазон просканируем. Сколько здесь он найдет станций? Здесь, наверное, будет не густо, потому как одни шумы улавливают. Той же футбол, коли перший матч програли, потім їхали на другий матч, там чувачі до себе дома. Ну все, получается, да, дальше шуми. Получается, один канал здесь он нашел, одну станцию. Ну все, нет смысла дальше клафать. Давайте теперь СВ диапазон. Я уже заранее его просканировал, чтобы не занимать много времени, потому как он долго сканируется. Послушаем, что он там настроил. Так, сейчас я сделаю громкость. Какие-то арабы поют. Я все равно их настраивал, то слушал и Польшу, и Китай. Довольно много поймал в СВ диапазоне. Так, ну все, закончился. Ну все, я вам показал все диапазоны, как он играет.
Судите сами, хороший приемник или плохой. Ну, на этом я заканчиваю свое видео. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.